Сегодня мы хотим познакомить вас с необычной академией. Впервые в Украине она создана для тех, кто хочет получить глубокие знания в области визажа и парикмахерского искусства, прикоснуться к тайнам создания великолепных причесок, к тайнам ухода за волосами. За 7 лет существования учебного центра «Фрам Академи» в нем повысили свою квалификацию более 5000 харьковских парикмахеров. Элита мастеров-стилистов, победители международных чемпионатов и конкурсов провела здесь огромное количество семинаров, тренингов, передавая свои знания и опыт. Впервые в Украине стилисты разных брендов собрались и объединились в одну команду, и создался учебный центр «Фрам Академия». Наши мастера все международного класса обучались в Милане, Париже, также чемпионы Украины всевозможных международных конкурсов. Мы работаем, мы любим парикмахерское искусство, и все наши знания, всех наших преподавателей на высшем уровне. Виктория Джагарова, золотой призер международного конкурса «Звезда Эстель», мастер, имеющий аккредитацию Академии Сан-Луи в Париже, является экспертом торговой марки «Эстель» и представителем учебного центра «Фрам Академи». Кроме базового курса, она ведет здесь авторский курс «Экспертная колористика». Именно Виктория Джагарова представляла «Фрам Академи» на выставке «Красоты и весны» в харьковском Радмир-Экспохолле. На этой выставке Академия Фрам провела мастер-классы по самым актуальным весенним трендам причесок. Свою модель представила Оксана Корзун, известный стилист, имеющий аккредитацию Французской Академии Сан-Луи, многократный победитель конкурса «Невские берега» и «Звезда Эстель». В учебном центре Фрам Академи Оксана Корзун ведет авторский курс «Азбука стрижки». Когда мы рождаемся, мы вырастаем и начинаем говорить. Но, к сожалению, буквы мы не знаем. В нашей Академии парикмахерского искусства мы будем учить этим буквам, чтобы потом правильно и замечательно говорить языком стилиста. Модель Оксаны Корзун поразила зрителей своей оригинальностью и лаконичностью. Изумрудные оттенки, выполненные с помощью краски «Энигма», придали волосам особое весеннее сияние. В нашей коллекции мы хотим представить к вашему вниманию новые тенденции мировой моды в парикмахерском искусстве. Преподаватель Академии Фрам Татьяна Смирнова – золотой призер международного конкурса «Звезда Эстель». Она ведет оригинальный собственный курс «Креативные элементы». Хотелось бы пригласить в нашу академию всех людей, желающих окунуться в профессиональный мир парикмахерского искусства, моды и стиля. Приходите, мы научим вас разбираться в тенденциях, мы научим вас делать профессиональную и качественную работу, мы научим вас работать с клиентами правильно, мы научим дарить радость людям, окружающим, вашим клиентам, делать свою работу праздником. Основой прически Татьяны Смирновой, представленной на весенней выставке «Харьков Бьюти» в Радмир-Экспохолле, стал классический силуэт, который был творчески продолжен в соответствии с фантазией автора. Все преподаватели Фрам Академи являются яркими, креативными личностями. Они используют для создания причесок предварительные эскизы. Рисунок, на котором представлена геометрия прически, сразу же обнажает детали, которые затем учитываются в реальных стрижках. Кроме мастеров, создающих прически, Академия Фрам представила мастер-класс золотого призера Кубка Харькова Ярослава Шаталова. Он ведет авторский курс «Стиль бороды и усов». Кроме того, Ярослав Шаталов занимается консультациями парикмахеров перед чемпионатами и конкурсами. Преподаватель Фрам Академи Елена Ленко ведет авторский курс «Салонные укладки». Она – блистательный мастер в области модного сейчас плетения и знает все его секреты. Елена с сожалением отмечает,
что во многих харьковских салонах царит застой и консерватизм. Она считает, что каждый профессиональный стилист должен знать основы современной моды в области парикмахерского искусства. Керим Фаталиев, креативный директор Фрам-Академи, как говорится, играющий тренер. Будучи выпускником Киевского университета культуры и искусства, он осуществляет профессиональный менеджмент и маркетинг компании «Фрам» и при этом блестящий мастер-стилист. «Фрам-Академия» – это учебный центр парикмахерского искусства, которая стартует с новой обновленной программой, более структурированной. Мы обеспечиваем как базовую подготовку начинающих парикмахеров, так и повышение квалификации для более опытных, которые хотят повысить свою квалификацию в создании прически, в создании стрижки. Керим Фаталиев в 2013 году проходил стажировку в Италии, которая, как и Франция, является законодательницей мировой моды в области причесок. В Академии Фрам Керим Фаталиев ведет авторский курс «Дизайн длинных волос». Его мастер-класс на выставке «Харьков Бьюти» продемонстрировал уникальную прическу, которая вызвала восхищение у всех гостей «Радмирекс Фахола». Трендом весны 2014 является призыв «Не бойтесь объемов», отметил Керим. Волосы своей модели он купировал по всей длине, по каждой пряди. И в результате получилась ошеломительная прическа, роскошная и динамичная. Оксана Гринько, как и Керим Фаталиев, повышала свою квалификацию в Италии. Она прошла обучение в Академии Пантенон, после чего модернизировала свой авторский курс «Основы и техники женских стрижек». В Академии Фрам Оксана Гринько ведет множество семинаров, передавая другим мастерам свои идеи и опыт. Ее стрижки называют «три в одном». Здесь и каре, и каскад, и габриэла. Эти базовые формы позволяют далее реализовывать любые креативные детали, отражающие личность, вкус, характер модели. Стрижки – это одна из основ парикмахерского искусства. И в нашей академии будет очень много и доступно рассказано парикмахерам, как овладеть этим искусством. Мы будем учить основам, которые пригодятся как и начинающим парикмахерам, так и профессионалам. Будем рады вас видеть. Индивидуальный подход каждому – вот девиз стилистов, преподавателей Академии ФРАМ. Керим Фаталиев недаром постоянно делает акцент на учете типа лица модели. Ведь согласитесь, что очень часто прическа сделана профессионально, а человеку она абсолютно не идет. С позиции Академии ФРАМ полностью согласен основатель школы парикмахерского искусства в Харькове Юрий Ющенко. Почему очень важно сейчас обучение базовое, расширенное? Не просто подстричь, подбрить, подровнять, а нужно еще и правильно окрасить, понять структуру волос, строение кожи, как работает краска, химические процессы, для чего. Человек должен все осознавать. Процесс должен быть прогнозируемый. Не должно быть «авось получится». Сейчас новое время, новых технологий, высоких технологий. Мы идем в Европу, поэтому нам нужно понимать, что мы делаем с волосами, с кожей, с прической, с окрашиванием. Мастера, которые имеют базовую подготовку в правильности строения кожи, строения волоса, как входит краситель в волосы, как происходит лечение, который может объяснить клиенту. Клиенты поменялись, они стали модными, они читают журналы, не только модные, но и научные. Они понимают, какие молекулы, какие лечебные вещества, они все читают. Мы должны быть готовы ответить на любой вопрос. Когда мы будем к этому готовы, мы будем зарабатывать много денег, будем счастливы и красивы. На выставке «Харьков Бьюти» Юрий Ющенко представлял тенденции в области причесок для коктейлей. Он подчеркивал, что эти прически особенно должны зависеть от настроения и характера модели. Я люблю волосы. Люблю волосы своих клиентов все. Почему?
волосы дают информацию. Если человек хороший, волосы его добрые. Человек злой, на них все отражается. Нужно иметь позитивное восприятие мира, чтобы ваши волосы выглядели красиво. Почему на Руси издавна волосы были культом? Косы, длинные волосы у женщин. Почему это связь с космосом? Потому что волосы – это проводники нашей энергетики и правильности ауры. И я думаю, что когда вы будете любить свои волосы, воспринимать их не как ноготь, который отрезал и забыл, а как что-то живое, красивое, вы поймете, почему вы выглядите лучше своей подруги. Потому что вы любите свои волосы, а она их просто за ними ухаживает. Сегодня именно храм Академии является в Харькове тем учебным центром, который реализует самые совершенные программы для стилистов и парикмахеров. Команда профессионалов, владеющих классическими традициями и новыми европейскими тенденциями, обладает не только высоким уровнем опыта, знаний, но и светлыми душами, горячими сердцами, наполненными любовью к своей профессии и к людям.